Всем привет, дорогие друзья, с вами доктор Голден, и это 5 ночей с Фрогги 2, сказки стали ужасом. И сегодня мы попроходим испытания, которые мне дали, челленджи, в 7 ночи. Отключаем все бонусы и начинаем играть. Сегодня у нас на повестке дня два испытания, челленджа. Вот эти вот фроги, плюшевые фроги Крока и плюшевые Крока на двадцатке, зеленая пати. И потом призраки, золотые фроги, Лоренси и София вторая, не настоящие. Или призраки прошлого, по-моему, именно так раньше вот они так назывались. Вот эти вот, когда были три бонуса. Так сказать, три испытания тут отдельных были, по-моему, очень... Еще когда появилось 2.1. Где я могу ошибаться. Поехали. Зеленая пати. Пропускаем. Да ёперный валет, отключись. Отключаем фонарики, свет, и поехали. Так, уже по винте полез. Фроги пришел, пошел вон. Так, пока что все хорошо. Нет. Пошел вон, Фроги. Да уж, без бонусов как-то очень медленно идет все дело.
Я так полагаю, меня не убьет в Крока, если я буду... успею подачу включить. Света. Три часа, блюдки. Блин, какие ж вы агрессивные, блин. С бонусами вас быстрее победишь, блин. Все камеры выключены за 3 часа. Когда у меня бонус быстрая ночь, они выключаются уже в 5-м часу, то есть ближе к финалу. Господи, дайте мне пережить спокойно эти ночи, челленджи. Блять. Дерьмо. Ух, успел. Пошел вон, Фроги, задолбал. Дайте уже 6 часов, ёкаламане. Есть! Ночь пройдена. Испытание зеленой пати пройдено. Рабочая неделя завершена. И теперь у нас дальше идет не настоящий золотой фрог. Такс. Чё они сами у меня включаются? Я ж их отключал. Чё они заново включились? Эти бонусы, интересно. Дальше у нас на повестке дня.
испытание, челлендж. Не настоящие. Все золотые фроги. Лоренси и София вторая на двадцатку. Поехали. По сути, мы можем просто выключить все камеры и сидеть тут до конца ночи. Смешно, потому что если только призраки, это легкотня несусветная. Мы можем просто в одной комнате сидеть и никуда не ходить, не заставлять призраков этих появляться. О боже. Вот столько сидеть, ничего не делать. Немного грустно даже. Хотя нет, я не смогу. Мне придется все равно ими включать компьютер, чтобы выключать сигнализацию, блин. Вот сигнализация тут, ну... И это только первый час, слушай. Началось. Да по сути, знаете, кстати, камеры эти, они бесполезные. Их можно только на первой, второй ночи нормально посмотреть, понаблюдать за происходящим. А потом уже забыть о них, что они существуют, и все. Просто используем компьютер, чтобы отключать сигнализацию. И... А так убегаем от игрушек, защищаемся от них. Не даем позволить войти внутрь. То есть компьютер, по сути, здесь бесполезен, кроме сигнализации отключения. Так, через какое-то время должен отключиться компьютер, то есть свет. Щиток же ж сломанный. Тут... Сейчас все камеры отключатся. Три часа. Осталось всего ничего камер. Так. Ай. Все, я понял.
Сейчас не вырубается свет, потому что я не использую лампу. Свет. Из-за большого живого использования света. Щиток может включиться. А сейчас тут только компьютер включен. Тут уж призраки только в основном. Так что использование нового компьютера особо не вредит. Блин, вот накаркал. Особо не вредит. Пошел вон, фроги золотой. Золотая шваль. Падла золотая. Блядь, Лоренци, вот ты вовремя как появился. Как вы вовремя появляетесь, это пиздец. Как вы вовремя, ёкаламане, оба. 4 часа. Фу. Скоты. И все камеры пошли в одно место. Больше не включены они. Нет сигнала, не... Призраки, вот нафига я вообще эти челленджи прохожу? Вот как хорошо, что я не в игре. Или... Я надеюсь, под... Ничего такого в реальной жизни нету. Так, заткнись ты. По сути, я просто сижу и ничего не делаю. Пять часов. Сейчас я вообще доживу спокойно эту ночь, этот челлендж переживу. Надеюсь, меня... Я хочу уже закончить с 5 ночи с Фроги, извините, ребят, но... Я не знаю, буду ли продолжать. Потому что я сейчас жду 3-ю часть. Как на мобилке, так... Ну, я в основном на мобилке жду 3-ю часть, потому что на мобилках можно бонусы использовать и очень быстро проходить ночи, следовательно. Дайте уже 6 часов, задолбали, ребят. Мне тут скучно уж. В общем, это были 2 челленджа, зеленая пати и невидимые. Всем пока и удачи, ребят.